Создание программ на языке Python – одна из общеразвивающих программ Центра цифрового образования IT-Куб. Большинство ребят с программированием толком не знакомы. Помогает школьникам понять основы и тонкости Питона преподаватель IT-Куба Данил Маханьков. Ожидается, что в конце учебного года ребята покажут, чему уже научились, и представят свои итоговые проекты. У некоторых это, соответственно, игры какие-нибудь, у других это какие-нибудь программы, которые позволяют им что-то сделать в школе, предположим, там по физике или что-нибудь такое. В феврале, если не ошибаюсь, у нас обычно происходит какая-то что-то нечто вроде олимпиады или большого мероприятия, там зачастую представляют свои вещи. Название IT-куб исходит из количества направлений обучения, равное числу граней куба. Всего их 6. В их числе разработка VR, конструирование роботов, которых ученики демонстрируют на соревнованиях и олимпиадах, а также 3D-моделирование. В IT-кубе дети занимаются по программам дополнительного образования, то есть программы обычно рассчитаны на один учебный год, вот, иногда на 2 учебного года. Сейчас в IT-кубе занимаются примерно 200 детей, чуть больше. Вот, и как бы мы планируем в следующем году, ну, видимо, удвоить это количество. А главное – познавать азы развивающейся семимильными шагами сферы. Специалисты, которые сейчас в почете, школьники Петрозаводска могут бесплатно. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. Егор Буяло, Борис Касьянов, служба новостей.